Доброго дня всем патриотам Украины, також прихильникам здорового глузду. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о далеком 1963 году. История подавления на уже достаточно широко освещалась в СМИ. Ну, если, конечно, вы захотите, то я смогу еще раз об этом поговорить. Ну а на данный момент я хочу поговорить о другом. Эта страница истории Украины до сих пор остается малоизученной и замалчиваемой. И в конце ролика вы поймете, почему. Особенно интересным в этой связи является вопрос о том, кто участвовал в подавлении народных выступлений в Кривом Роге. Людей, которые подняли бунт, поражало двуличие представителей власти. С одной стороны, они обещали объективно разобраться, шли в толпу и там призывали к спокойному разрешению конфликта, а с другой стороны, готовили расправу. События, о которых идет речь, происходили 16, 17 и частично 18 июня 1963 года. Но если мы возьмем во внимание жестокую расправу над его участниками – суды, партийно-общественные и государственные меры, направление на их компрометацию, они продолжались до конца июня, в течение июля и августа. Компартийные и советские органы расценили их как проявление коллективного хулиганства, массовых беспорядков. Советские историки их сознательно замалчивали. Только в годы независимости эти и другие подобные события были оценены как народные движения против тоталитарного государства, предпринимаются попытки их переосмысления в соответствии с требованием времени. Так, в учебниках по истории Украины под авторством Бойко и Турченко одним абзацем идет речь о забастовках и беспорядках в Одессе, Донецке, Кривом Роге, которые свидетельствовали о недовольстве политикой коммунистической партии, ее лидерами Хрущевым, проявлении общественного сознания, выходящего за рамки идеологических установок. Иван Глинко, сотрудник Угр Информбюро в статье «История народных бунтов» пишет о стихийных выступлениях, трудящихся в разных городах СССР, в том числе и в Кривом Роге. Он рассказывает о жестокой расправе власти и жертвах, которые принесли мятежники на алтарь свободы. Количество убитых, раненых, искалеченных, осужденных просто ужасает. Криворожские журналисты и историки почти не обращались к этой важной теме. Лишь некоторые из них предприняли первые попытки переоценить события в новом духе. Еще накануне независимости журналисты Гусейнов и Пономарев издали газету «Хроника». Редактором ее был Гусейнов, теперь известный писатель, автор многих популярных книг и журналистских исследований. В статье Пономарева «Беседина. Бунт на соцгородке» давалась верная оценка тех событий. Это для того времени был смелый поступок. Вопреки официальной версии о событиях, как массовом хулиганском выступлении, газета писала, что это было стремление к свободе, когда люди вышли на улицы, чтобы доказать, что власть наказуема. Она должна прислушиваться к мнению простых рабочих. А когда она не захотела этого делать, возник бунт, который был жестоко подавлен. По распоряжению горкома партии газета была уничтожена. Журналистка Надежда Колисник в газете «Заграва» и журнале «Курьер Кривбаса» призвала переоценить драматические выступления трудящихся, реабилитировать его участников. Но ее голос не был услышан, хотя это уже было в годы независимости. Сначала я вам расскажу об обстановке, в которой происходили эти события. Как известно, вхождение Украины в состав СССР лишило украинский народ независимости, принесло ему многочисленные беды, голодоморы, репрессии. Об этом подробно рассказывает Белокин в книге «Массовый террор» и «Як засеп Державного управления СРСР». Криворожские события могут быть хорошей иллюстрацией к его выводам. После смерти Сталина Хрущев пытался реформировать сталинскую систему. Несмотря на определенные позитивные сдвиги, реформы были непоследовательными и не затрагивали основы государственного социализма. На 22-м съезде партии в 1961 году была выдвинута программа построения коммунизма, направленная на воспитание народа в духе социальной мифологии. Трудящие стали жертвой коммунистических экспериментов. Многие, поверив сказкам о светлом будущем, включили в соревнования за звание ударников и коллективов коммунистического труда. Тогдашние ученые обществоведы оценили это движение как предвестник наступления коммунизма. Но иначе они и не могли, потому что мысли, которые противоречили курсу партии, отвергались. Их носители преследовались. Таких ученых ждала судьба криворожских правозащитников. Об этом свидетельствует пример одного из авторов изданных тогда книг настоящего исследования предлагаемой темы. За попытку иметь и отстаивать свое мнение, он был исключен из партии и вынужден был работать рабочим в карьере. Поэтому такие ученые, будучи ослепленными коммунистическим романтизмом, не могли объективно оценить народное движение, в том числе и июньские события в Кривом Роге, увидеть в них другую перспективу ⁇ крах коммунистических экспериментов, гибель Красной империи, ну а тем более возникновение независимой Украины. И еще о Кривом Роге. Как и теперь, город Бассейн славился своей металлургической и железнорудной промышленностью, а особенно как город ударных комсомольских строек. Здесь сооружались горно-обогатительные комбинаты, возводились новые шахты, доменные печи, предприятия легкой и пищевой промышленности. По комсомольским путевкам в город ехали комсомольцы, юноши и девушки со всей страны, прибывали демобилизованные воины – в то время Хрущев проводил значительное сокращение вооруженных сил. Но также здесь находили приют бывшие узники тюрем от бывший срок наказания. В городе были свои колонии и лагеря, где осужденные искупали свою вину. Их дешевая рабская сила широко использовалась на стройках. Следовательно, здесь было достаточно горючего материала, который мог вспыхнуть в любой момент. Это разноликое население, как губка воду, впитывало и аккумулировало народное недовольство, которое росло из-за ограничения подсобных хозяйств, недостачи товаров, повышения цен, очередей. Большая масса молодых людей в основном концентрировались в общежитиях, что позволяло быстро собираться в большие толпы. В такой обстановке любой пот мог привести к возникновению стихийных выступлений, которые здесь случались и раньше. Наибольшими были беспорядки в поселке Мировском в 1961 году. При детальном рассмотрении зарождения и развития этого бунта хорошо просматриваются три этапа. Первое – мирное выступление небольшой группы людей и перерастание его в массовые беспорядки с четко выраженными требованиями. Все началось с того, что пассажиры, которые ехали в трамвае, выступили против пьяного солдата Тараненко, который возвращался из отпуска. Он курил сигарету и пускал дым в лицо девушки. По требованию пассажиров милиционер Панченко сделал замечание и военный перестал хулиганить. Но тут случился парадокс. Милиционер, тоже будучи на веселе, сам допустил нарушение закона. На остановке стал задерживать солдата. Этого он не имел права делать, потому что военнослужащего мог задерживать только военный патруль. На помощь милиционеру пришли его коллеги, которые дежурили на проспекте Металлургов. Солдат стал убегать, милиционеры применили оружие, ранили юношу и девушку. Кто-то вызвал скорую помощь, раненых отвезли в больницу. Когда представителя армии поймали, грубо потащили в участок, настроение людей изменилось. Теперь они стали защищать солдата, требуя отпустить его. В такой ситуации они выступали не как хулиганы, так их характеризовали на партийных заседаниях, а как правозащитники. В милиции с солдатом поступили грубо, над ним издевались. Известие о том, что милиционеры арестовали и бьют солдата, проливая человеческую кровь, мигом облетело весь квартал города. У милиции собралась большая толпа людей, которая быстро росла. Их негодование еще больше усилилось, когда они узнали о новых фактах жестокости милиционеров Сташевича и Хандоса. Вместе со своим начальником Майстриком они не позволили врачу перевязать рану пострадавшему. Скорую вызвала сторож Музыченко. Юноши остановили автомобиль, на руках подняли и отнесли его обратно. Они заставили бездушных садистов исполнять свои обязанности. Медицинская помощь была оказана. Теперь уже хорошо видно, что трудящиеся выступали как настоящие правозащитники. Они протестовали против нарушения законов и кровопролития, нечеловеческого отношения к людям. Правозащитное движение стало массовым. Были сформулированы его программные требования немедленно наказать правонарушителей и виновников кровавой трагедии, не допускать подобного в будущем. Поскольку милицейская власть пыталась скрыть правду о своих преступлениях, было решено обратиться к верхам. Правозащитниками была создана инициативная группа. Фамилии ее членов и ее руководителя не удалось установить. Группа обратилась с телеграммой к правительству и лично к Хрущеву. Ее содержанием были вышеназванные требования. Исполняющий обязанности прокурора города Закоморный запретил ее отсылать. Такое беззаконие вызвало возмущение не только правозащитников, но и некоторых представителей власти. Начальник Криворожского КГБ Кучма НФ выступил против таких незаконных действий. Наконец, информация о событиях была доставлена в Москву специальным самолетом. Это сделал один из руководителей правоохранительных органов Афанасьев. Как только в правительственных кругах стало известно о событиях в Кривом Роге, секретарь обкома Коммунистической партии Украины Талубеев отправил сюда группу руководящих работников для принятия мер. Из Киева прибыли представители ЦК партии. Такими мерами, которые могли удовлетворить правозащитников, должны были быть только одни. Снятие с них обвинения в хулиганстве, признание как равноправных партнеров для переговоров и выполнение изложенных в Телеграме требований осуждения правонарушений и немедленного наказания преступников. Ну и, конечно, арест и предание их суду с уведомлением об этом в печати и по радио. На других условиях восставшие не желали прекращать борьбу. В партийных документах замалчиваются эти требования трудящихся, их мирная инициатива, попытка связаться с самим Хрущевым. В них подчеркивается, что разгневная толпа требовала выдать преступников для самосуда. Власти обещали разобраться, но действенных быстрых мер в этом направлении не предпринимала. Республиканские областные руководители, местные деятели шли в народ и рассказывали, что приехала бригада ЦК КПУ, ведется следствие, виновные будут наказаны, просили и умоляли разойтись, не собираться, прекратить поддерживать хулиганов. Митингующие таким заявлением не доверяли, они были убеждены, что среди них нет хулиганов, они знали о фактах, которые свидетельствовали, что готовится расправа над ними. И все же поведение людей имело мирный характер, наблюдавшийся 16 и больше половины 17 числа. В течение дня, говорится в одном из выступлений на расширенном заседании бюро обкома, люди все пребывали. Возмущение толпы нарастало, но все-таки толпа имела мирное настроение. Эта цитата свидетельствует, что правозащитное движение с самого начала и на протяжении почти всех этих дней носило мирный характер. Манифестанты апеллировали к власти, к самому Хрущеву с просьбой принять меры и терпеливо ждали их, несмотря на кровопролитие, избиение и так далее. Второй этап проходил в форме острых столкновений трудящихся с властными структурами. В это время демонстранты в ответ на провокации милиции стали применять камни, основное оружие пролетариата. Битый кирпич, в столкновениях с милицейскими пускали в ход кулаки, особенно когда они стали применять такое нововведение Хрущева, как резиновые дубинки. Впервые рабочие прибегли к силовым методам в ходе встречи с заместителем республиканского прокурора. Фамилию установить не удалось. Он решил повлиять на митингующих авторитетом своего поста, напоминая людям об уголовном кодексе. В своем выступлении он поносил хулиганов, которые подбили людей на действия против власти, обещал их выявить и жестоко наказать. Призвал слушаться не преступников, а его представителя закона. Это вызвало всеобщее возмущение митингующих. И тут впервые кто-то бросил камень, который разбил высокому чиновнику очки и ранил голову срочно вызвали нейрохирурга и отправили пострадавшего самолетом в Киев. После этого в руководящих кругах окончательно сформировалось мнение, что выступление трудящихся имело хулиганский характер, что с ними нужно разговаривать силой закона. Эта мысль оказала очевидное влияние и на руководителей милицейских органов. Об этом свидетельствует дальнейшее развитие событий. Людей, которые подняли бунт, поражало двуличие представителей власти – с одной стороны, они обещали объективно разобраться, шли в толпу и там призывали к спокойному разрешению конфликта, а с другой стороны, готовили расправу. Со всего города прибывали милицейские подразделения. Они были сосредоточены во дворце культуры металлургов. В конечном счете, как показывает полковник Черный, их собралось около 500 прибытие каждого нового подразделения вызывало рост возмущения демонстрантов. Об этом свидетельствует партийный документ. Возмущение толпы заметно усилилось, когда был вызван наряд милиции. Со стороны милиции стали применять резиновые палки. Началась стрельба, в результате были ранены невинные люди. Толпа была рассеяна, но она затаила злобу. В документах не говорится, кто был инициатором этой стрельбы. Полковник Черный пишет, что это был подполковник Огурцов, ответственный по гарнизону. Он тоже грубо нарушил закон, вышел на работу в гражданской одежде. Когда молодые правозащитники не послушались его команды разойтись, он дал команду применить оружие. Раздались выстрелы, несколько граждан были ранены. Директор завода Галатов провел совещание дружинников ДНД, добровольной народной дружины гражданское формирование помощников милиции. Кстати, заводская дружина была крупнейшей в городе. Зал, где она собиралась, вмещал до тысячи человек и был переполнен. Партийных и комсомольских активистов готовили к расправе над своими же рабочими. Давали инструкции, как и чем вооружаться. Как они действовали, будет видно дальше. Люди это видели, но отступать не желали потому что вдохнули воздух свободы. Утром 17 июня стали собираться небольшие группы, которые со временем увеличивались. На второй день, говорится в партийном документе, во дворе районного отдела милиции все время находились люди, обмениваясь мнениями о случившемся. Но во второй половине дня собралась довольно-таки большая группа людей, которые требовали выдачи милиционеров, применивших оружие. Достаточно было применить меры, изложенные в Телеграме, и конфликт был бы исчерпан. Но и на этот раз ничего не делалось. В разгневанной толпе распространился слух о смерти раненых девушки и юноши. Представителей от митинга возили в больницу, они увидели, что раненые живы и в хорошем здравии. Это не успокоило людей. Некоторые факты свидетельствуют, что с ними можно было договориться. Саворский, он был тогда первым секретарем райкома, в своих воспоминаниях пишет, что он вместе с секретарем горкома партии Печужным пытался увести людей от милиции на стадион. Они охотно пошли на это. Там в ходе острых споров было обещано выполнить их требования. Люди начали расходиться. Но тут случилось непредвиденное. Все планы мирного урегулирования провалились. Во дворец культуры позвонил заместитель начальника УВД подполковник Юсупов, трубку взял черный. Было приказано разделить резерв на два отряда и двигаться в милицейский участок, заблокировать все выходы. Вооруженные милиционеры быстро выстроились и двинулись по проспекту металлургов на место определенной дислокации, но этого не произошло. Видя непонятные действия со стороны власти, юноши освистали их и стали бросать в них камнями. Позже полковник Черный рассказал, что ему пришлось пройти через всевозможные военные трудности и освобождать Будапешт. Но такого позора он не переживал никогда. По поводу этих освободителей, я в кавычках, конечно, говорю, я сделаю отдельный ролик. Но возвращаемся к теме. Заблокировав выходы карки, подразделение Соболева перекрыло все подходы с тыльной стороны, а их коллеги подходы с улицы революционные, тогда там различных построек не было. Толпа прорвала милицейские заслоны. Возникла угроза рукопашного боя. Части командиров и рядовых милиционеров пришлось отступить и спасаться в помещении милиции. Около ста человек. Другие бежали, кто куда, их догоняли и били. Среди милиционеров были раненые. Для разгона манифестантов попытались использовать пожарную машину, но попытка не удалась. Мятежники перерезали шланги, перевернули автомобиль, закрыли все краны. Водителя не трогали, и он пошел домой. Безоружную толпу, если не считать биты кирпичи и камни, рассеяло почти полутысячное подразделение милиции во главе с полковником и подполковником. И это после вчерашнего применения милиции оружия. Понятно, что результаты переговоров потеряли смысл. Милиция, посылая сигналы о спасении, ждала подкрепления. Еще раньше, чувствуя опасность, руководители области и города просили Хрущева разрешения использовать войска. Здесь особую активность проявили секретарь обкома Чебриков и областной прокурор Чубарь. Как они обрадовались, когда узнали, что к Совзародку отправились подразделения местной танковой части. А из Днепропетровска на автомобилях воины внутренних войск. Армия шла на Кривой рук воевать с безоружным народом. А тем временем прибыло новое подразделение милиции, которое должно было помочь окруженным. Но прибывшие также были вынуждены скрыться за дверью отделения милиции. Прибытие милиции еще больше разозлило митингующих. Они бросали камни в окна, стали проникать в помещение райотдела, выбрасывать на улицу сейфы, документы, сжечь их. Милиционеры из кабинета перебрались в коридор, закрыли дверь и забаррикадировались. Был перерезан кабель телефонной связи. Два же мятежники штурмовали дверь. Представляли ли они, что их ожидало, если бы они прорвались? Они были безоружны, а их противники вооружены до зубов. Очевидно, что их охватил азарт людей, освободившихся от страха и сражавшихся на баррикадах. Сколько же людей принимал участие в событиях? Иван Глинка называет цифру в 600. Свидетельства многих очевидцев говорят, что их было намного больше. Вся территория, подходы и выходы прилегающие дворы были заполнены – их было значительно больше тысячи. Исследователь Пономарев Беседин пишет, что собравшихся было несколько тысяч. Именно в это время милиционеры, которые укрылись в подвале, через окна начали стрелять в толпу. Были убитые и раненые. Пономарев Беседин пишет, что соцгородок буквально взорвался. Был захвачен телеграф, переворачивались и поджигались милицейские и пожарные машины, Люди били милиционеров. Действительно, милиционеров избивали, и им стало опасно появляться на улицах. Что касается других фактов, то это преувеличение. Были сожжены два мотоцикла, перевернута пожарная машина, перерезаны ее шланги, огнем уничтожена часть мебели, выбиты окна. Дошли слухи о других выступлениях, действительно хулиганского характера. Об этом пишет в своих воспоминаниях полковник Коваль. Когда вся криворожская милиция была мобилизована на городок, в районах почти не осталось милиционеров. Настоящие криминальные элементы начали грабить магазины прохожих. Охваченные паникой представители правящей элиты стали думать о спасении. Некоторые из них переодевались в женскую одежду и через окна второго этажа убежали. Паника улеглась, когда стало известно, что в город направлены войска. Таким образом, против восставших возник единый фронт армии, милиции, дружинников, партийного руководства. Начался третий этап правозащитного движения. Его разгром – безжалостная расправа. С прибытием солдат, засевшие в помещениях милиции, приготовились к атаке. По сигналу с криками «Ура!» открыли все двери, овладели кабинетами, через окно выскакивали во двор – Стали хватать всех подряд, арестовывать и отправлять в управление внутренних дел города по улице Ленина. Солдаты внутренних войск сняли ремни и ими били мечтежников по чем попало. Им помогали дружинники, как пишет Саворский, тоже вооруженные ремнями. Есть свидетельства, что они применяли обрезки труб, арматуру, которые были завернуты в мау или ветошь. Многие правозащитники были сфотографированы, чтобы доказать их участие в событиях. Солдаты танковых войск несли патрульную службу на улицах. По несколько раз проверяли каждого, кто входил в этот район или выходил из него. По официальным данным были убиты 4, ранены 15 человек. Двое раненых находились в тяжелом состоянии. Для их спасения из Кива был вызван профессор. Очевидно, что эти данные были занижены. В устной беседе перед тем, как написать воспоминания, Саворский сказал, что только из окон подвала были убиты семь человек. Такие же данные называет и газета «Хроника». Ветеран Металлургического института Лебедина, которая дежурила в те дни, рассказывала, что у нее сложилось впечатление, будто началась война. Стрельба продолжалась всю ночь. Опасность была и для жителей всех домов. Студенты пединститута спасались, закрыв окна матрасами. До сих пор можно услышать рассказ о мальчике, который вышел на балкон и был застрелен. Ходит версия и о девочке. Во время массовых арестов и избиений 86 человек были арестованы, 36 получили тяжелые травмы. Все люди были потрясены такой расправой. Доцент Скиба пишет, что все его 8 дядев которые работали на разных предприятиях, говорили об этом с большой грустью. Тогда на улицах можно было увидеть избитых, окровавленных людей. Среди медиков до сих пор существует мнение, что тогда по больницам было размещено около 200 раненых и искалеченных. Через три дня состоялись похороны убитых. Полковник Фисенко вспоминает, что партийная и государственная власть боялись, что в это время состоится новая волна беспорядков. Но жестокая расправа над людьми настолько их деморализовала, что беспорядков не было. Всего 41 гражданин были осуждены, как злостные хулиганы, которые к этому преступлению подтолкнуло пьянство. И дальше следует очень интересный абзац. Криворожане точно знают, что Семен Иванович Зеленский был одним из больших ментовских чинов в Кривом Рогу, послевоенное время, замначальника отдела уголовного розыска УВД. После событий Семен Зеленский был награжден, повышен до полковника. После появления статьи Алекса Нойта «Дед Зеленского и расстрел жителей Кривого Рога в 1963 году» неизвестная история. Сайт Enigma.ua был заблокирован. Сейчас доступны только отрывки статьи в поисковике. А я напоминаю вам, что лайк, подписка и комментарий очень помогают в развитии канала, а нажатый колокольчик не даст вам пропустить новые ролики. И как всегда я вам говорю, думайте, анализируйте, не прощаюсь.